сейчас нам обозначает Александр Загорский, что что-то со связью у него с этим радиоухом произошло. Я думаю, что надо-то продолжать. Все ждут. Все ждут боя. Ну, все боя. Ждут боя. Все ждут боя. Драки. Здесь, поскольку у нас есть сейчас небольшое время, сейчас дадим Александру объявить бойцов, но, поверьте, есть о чем вам рассказать, помимо происходящего, дорогие друзья. Факсы и Форвард представляют вам двухраундовый бой по ММА за титул чемпиона Европы в легком весе. Ladies and gentlemen, Foxer and Forward, proud to present two five-minute rounds of mixed martial arts lightweight championship of Europe. В красный угол ринга приглашается соискатель пояса из Латвии. Ladies and gentlemen, please welcome to the red corner from Latvia, Alexander Skraver. Очень интересно, Александр Загорский терминологию использовал «соискатель пояса». Вы так слышал подобную терминологию, это очень любопытно. «Соискатель пояса». Любопытно. Претендент. Всегда был претендент, да, это формула какая-то, существуют какие-то определенные шаблоны, штампы, в хорошем смысле этого слова, которые используются. Но вот Александр, мы знаем, творческая личность, и он всегда что-то вот такое привносит, новое, какие-то свои очередные работы будущей конференции. Пока выходят участники непосредственно самого поединка, есть повод закинуть в одну из удочек. Мне, насколько известно... А в синий угол ринга добро пожаловать, боец из Литвы. Please welcome to the blue corner from Lithuania, Валерий Миколаускас. Вы только-только, Максим, вернулись с чемпионата. Как. С одного из чемпионатов по ММА расскажите поподробнее. Дмитрий, ну можно сказать уже о свершившемся факте, что 11-ю победу в своем рекорде одержал Руслан Магомедов. Мы сейчас вернулись с Иркутска. Профессиональная команда Академии ММА России нас с любовью и с хорошими пожеланиями отправил на этот бой против Александра Самарова, чемпиона мира, чемпиона Европы по кикбоксингу Кай Карате. Опять же, я, насколько знаю, несколько есть версий кикбоксинга, да, и вот по какой из версий чемпиона мира, чемпиона Европы не могу вам сказать, он еще является мастером спорта по боевому самбо. Ну и мы одержали уверенную победу. Руслан Магомедов в первом раунде на первой минуте нокаутировал своего соперника с правым ударом через руку кроссом, через левую руку как раз Александра Самарова. После чего боец не смог подняться с настила, и бой был завершен нокаутом. Поэтому вот можно поздравить Руслана Магомедова, лучшего, одного из лучших представителей команды Академии ММА, с очередной победой и с еще одной, так называемым, еще с одним шагом, приближающимся поединком в Северной Америке, который мы все ждем. Да, наверное, здесь стоит озвучить то, что Руслан Магомедов в основной пульке Беллатора. Да. Все, это уже свершившийся факт. Да, контракт подписан достаточно уже какое-то там продолжительное время назад, и можем об этом уверенно говорить, и хотелось бы тут же мостик перекинуть, Дмитрий, вот, чтобы вы это тоже осуществили. Эту информацию мы чуть попозже продадим, я прекрасно понимаю, о чем вы говорите, давайте сейчас к конкретному бою. Татьяна Алексеева, Дмитрий Савицкий и Тимур Галеев. Представляю вам рефери, and inside the ring your referee Сергей Кирпяков. И настало время представить вам соискателей чемпионского пояса. В красном углу ринга бойцу 20 лет, рост 184 сантиметра, вес 68 килограммов. Introducing first fighting out of the red corner, 20 years old, official weight 68 kilos. Многократный чемпион Латвии по панкратиону, multiple pancration champion of Latvia,
Дамы и господа, приветствуйте из Риги, ladies and gentlemen, introducing from Riga, Latvia, Александр Скреймер. И боец Александр Скреймер, ему 20 представитель города Риги, выбираться на своей земле. Официальный вес 72,5 килограмма. 26 years old, official weight 72.5 kilos. Двукратный чемпион Европы по кикбоксингу. Вице-чемпион Европы по панкратиону. И 13-кратный чемпион Латвии по боевым искусствам. Two-time European kickboxing champion, European pancration vice champion, and 30-time Latin champion. Даже я тоже впервые встречаю подобное за 25 лет нахождения в единоборствах. Самбо, кикбокс, бокс, тайский бокс и так далее. И т.д. и т.п. Борьба на поясах? Удивительно. Кроме шуток, я, честно говоря, абсолютный чемпион по всем единоборствам, которые в Латвии культивируются. Да. Удивительно. Настолько он бесспорный. Интересно. Здесь должен был быть Мурат Мачаев, к слову сказать, на месте Александра Скрейвера. По каким-то причинам, о которых я сейчас к своему студу опять-таки сказать не могу, поскольку нахожусь не на месте события, а в студии. Да, тоже не могу как сказать. Как так вышло, внутри. Непонятно. Хотя разговаривали с Камилом Гаджиевым, он почему-то вот не сказал о Мураде Мачаеве вообще ни слова. Он говорил о Молодцове, говорил о Минакове, говорил о Александре Сысоренко, но вот о Мураде Мачаеве информации так и не поступила. Поэтому мы можем только догадываться. У Валерия титула, безусловно, побольше. Чемпион Латвии по панкратиону тоже, знаете, не подарок. Панкратионисты... С точки зрения жесткости, это, пожалуй, один из самых неприятных бойцов. Двух раундов. Два раунда по 5 минут. Неужели будет предлагать вот такой размен Александр Валерию? Побежали бороться. Уложил, даже не уронил, вы знаете, уложил в халфмаунт. Можно выйти на руку, а можно не выходить. В принципе, зато положение можно уже изобретать было все что угодно. Валерий поторопился, соскочил и заплелись. Захват за шорты, за этим надо смотреть. По антропометрии одинаковые бойцы, и это интересно на них посмотреть в партере. Эти парни умеют. Александр будет сейчас прятаться. В этой ситуации прятаться не надо. По словам многократно упоминавшегося Алексея Олейникова, в эту ситуацию в принципе попадать не надо. А если уж попал, ни в коем случае не надо давать сопернику на себе просто так сидеть. Сразу вылезать. Маунт — это самая худшая позиция, какая может быть. А тут уже близко к шее. В принципе, можно здесь придумать все что угодно. Начиная с добивания обычного, если хотите. Попал уже один раз, нехорошо. Различные удары кулаками, разных позиций наносятся. Пытается выползти. Сразу пошел контроль, руки выставил, пятки. Там, конечно, под крестец еще не заправлен, то есть можно попытаться смастить-то, кстати. Но для этого надо столкнуть бедро и перестать обниматься. Вот, пробует, но трудно. Знаете, Дмитрий, с такой антропометрией и с отсутствием серьезной функциональной подготовки смастить, я думаю, что для него не будет легким каким-то таким процессом. Вы смотрите, он делает эти попытки, а функционально парень не готов для того, чтобы спокойно, благодаря мосту, правильно выполнено, уйти из этого. Ну что, надо сначала выключить руки, которые, чтобы они не упирались. Вот он постоянно упирается. Ноги держат плотно, зажимают. Можно, конечно, попытаться отработать рукой под бедро изнутри, попытаться сбросить с себя, но это все в теории хорошо, пока на тебе не сидят и не бьют тебя сверху вниз. Обратный вот этот замок, тут нужна гибкость, которая не у всякого есть. И на мото подобный замок может делать, а в умениях Александра, я, честно говоря, подобных сомневаюсь. Что, рычаг на руку? А почему нет-то, кстати? Пойдет.
Он сидит практически на шее. Вот из этого положения спортсмен, который находится внизу, он практически беспомощен. Здесь что-то изобретать надо быть или грэпплером очень высокого уровня. А. Вот так, да, так вот эти мосты они смысла не имеют. Вообще без шансов, знаете. В этой ситуации, да. Отсутствие хорошей физической подготовки. Вот, смотрите. Пусть и пусть это называется. Пусть сам. Попробует стойки. В партере у него преимущество практически бесспорное. Но с точки зрения именно техники, тут больше вопросов, чем ответов. Из этой ситуации, чтобы спортсмен под тебя пролез, это надо вообще не контролировать его никаким образом. То есть он взял из-под него и вылетел. Ну как так? У тебя выигрышная ситуация, тебе в принципе, если брать так глобально, ничего вообще делать не надо. Сиди и бей. То, что он будет прятаться, что-то придумывать, во-первых, это тратит, он тратит силы, находясь внизу, во-вторых, на нем сидишь себе, давишь своим весом, сколько бы у тебя его не было, это 70 килограммов, пусть и 70. Просто сверху. Человек устает. Валерий как раз сейчас продемонстрировал Дмитрию стойки, такую неплохую комбинацию, правый лоу-кик и левый сбоку, правый прямой, раз-два. Достаточно живо было это выполнено и точно принесло успех. Его оппонент в этом бою, Александр, он очень замедлен, очень затянут. Вот действительно, парню нужно сильно поработать над функционалкой, причем разной функционалкой, как и скоростной выносливостью, так и силовой выносливостью, и скоростно-силовой выносливостью. Да, знаете, Максим, мне здесь остается только наверное, добавить. Дожил он первый раунд до концовки. Да. Техника. Техника как есть. В положении в данном, в которое Александр попадает, он пытается мастить. Куда? Получается, что в никуда. Смотрим самые зрелищные моменты раунда за номером один. Здесь, конечно, классно. Взял и улегся, да, под своего соперника в фулл-маунт. Ну хорошо, но попытайся растянуть. Нет. Попытайся сталкивать бедра. Опять нет. Из-под бедра попытайся сработать. Снова нет. Руки вот так вот вытягивают. Сколько у нас на тренировке и мне, и я делал подобные приемы, человеку руку отламывают просто в секунду. Так вот отдаваться, это, знаете, ну просто не очень хорошо. Да, но будем уверенно говорить, Дмитрий, что Александр, конечно, достаточно еще пока очень на стартовом уровне подготовки в партере, если вы заметили, и, конечно же, знаний не так много, и поэтому можно уверенно сказать, что и в стойке ударной техники тоже невеликие познания, но что-то более-менее, по крайней мере, человек бьет осмысленно раз-два, так называемую двойку, двигается, перемещается по рингу, не стоячий парень, и поэтому все-таки здесь в этом отношении, хотя вес их, опять же, мы не сказали об этом, на 72 килограмма, и скорости, конечно, должны быть повыше, причем значительно в подобных боях. Плюс, если ты лучше именно работаешь в стойке, так и работай в стойке. Валерий со своей стороны сейчас все сделал правильно. Забрал первый раунд, заставил оппонента устать. И сейчас вот так вот его будет просто закручивать вокруг себя. И при малейшей попытке смотрите, обратно скидывать. Потому что гильотина в стойке. Гильотина и... Все, вот то, что в ней надо делать. Надо падать. Не отпущу. Он его не вытягивает, очень странно. В этой позиции уже, по-моему, это должно было быть. Одна сторона открыта. В принципе, если функционалка хорошая, может... Еще функционал, конечно, нет, сейчас вернет. Когда самки Камалатов, хватило. Наш боец Академии ММА, Дмитрий, извиняюсь, то, что вас перебил, он делает вот этот прием намного качественнее и правильно прижимает, придавливает шею как раз к туловищу и вытягивает. Просто бесспорно, что без каких-либо сомнений это происходит. Здесь чуть на паузе это произошло. Валерий здесь молодец, то, что он после сотрясения не выключил. Александр все сделал правильно, то есть соперника надо было глушить, но при этом это может быть не самое спортивное, но в положении, когда ты понимаешь, что ты уже встрял вот подобным образом, попал,
надо стараться бросаться на человека ближе к его шее, то есть на трапецию и затылочную область, чтобы он тебя выпускал. Дмитрий, и будем объективны перед зрителями, что... Ну, замена, но все-таки замена. Да, Fight Nights команда делает этот проект на территории другой страны, и, естественно, там та страна, которая дает возможность провести это мероприятие, диктует свои правила, конечно же, и этот бой... Из двух бойцов состоящих, я не совсем считаю уровнем первого чемпиона Европы по ММА, поэтому здесь есть тоже... Опять-таки, Максим, должен был быть Мурат Мачаев. Что там случилось, я думаю, что мы с Камилом побеседуем и выясним, что же все-таки произошло. А по самому поединку Валерий превосходил своего соперника практически во всех компонентах и вполне закономерно победил. А Мурат Мачаев, думаю, был намного бы интереснее бой с Валерием и потому что развивался немножко по-другому. Да, показал бы совсем иные возможности и постарался бы, наверное, и выиграть бы этот титул.